вы знаете о символике своей альма-матер? Как оказалось, студенты Елабужского института КФУ не только заинтересованы в этом вопросе, но и готовы делиться полезными знаниями. Именно поэтому в Елабужском институте впервые организован крупный промо-проект «Дни символики». Я считаю, что каждый патриот КФУ должен не просто гордиться своим вузом, но и знать символику своего вуза и распространять ее и дальше, и говорить всем о своем любимом вузе. Самыми яркими событиями недели стали видеофлешмоб и фотоохота. В течение недели факультеты института поочередно презентовали себя вместе с символикой КФУ в своих видеороликах. На фотоохоте каждый мог сфотографироваться с символикой и проверить свои знания в ее истории. Анастасия Иванова, Динара Алмагомбетова, Денис Степайлов, Универньюз.